Весна постепенно вступает в свои права. Вместе с обновлением природы пора привести в порядок и свои придомовые территории. С 11 марта по 13 апреля на всей территории Краснодарского края проводится Всекубанский месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий. В это время ремонтируются дороги, высаживаются цветы и деревья, приводятся в порядок придомовые территории, облагораживаются скверы, парки, аллеи, вывозится накопившийся за зиму мусор, устанавливаются урны и лавочки. Коммунальные службы района уже приступили к работе. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь к наведению чистоты на своих придомовых территориях. Вокруг предприятий и организаций. У нас общая задача – сделать свои хутора, станицы и город Славянск на Кубани ухоженными и красивыми, чтобы в них было приятно и комфортно жить. 13 апреля администрация муниципального образования Славянский район приглашает трудовые коллективы, общественные организации, учебные заведения, жителей принять участие во Всекубанском субботнике. Пусть дворы и улицы, где вы живете и работаете, станут чистыми, уютными и красивыми.